Как знаем, машина знает и коварна. Наши люди в чатах и сердного плана. На совет и чемпионата. Правильный подход, дело идет в гору. Что, ребят, я на площадке. Не сказать, что много машин, но я думаю, штук 80 есть точно. Костя здесь примеряется, пристреливается. Это, кстати, от него звук. Вот ребята готовятся. Моя стоит. Ребята, это Рал Тим. Ребята с Армавира приехали. Гранта новая, целлофан. Без номеров даже. Ну и тут машин дофига, ребят. Много чего. Вид, конечно, с горы с этой офигенный. Там далеко равнина. Вон гора. Когда пристреливают пионеров. Динамик стейт. Хорошая машина, ездила на такой. Мечта чья-то стоит. Одна желтая. Пленка симпотная на двенаке. Машины ходят, кто-то наваливает. Я жду, когда народ соберется ближе к обеду, мало людей. Голова Нео. Аватары. Парад.
хотелось поиграть сразу. Велик. Очень громкий, кстати. Это еще оружие, да. Будьте добры, выставляться. Садимся в автомобиль. И, короче, вас последуем буквально сюда, на наш стенд для замера. Снайпера, будьте добры. Это болезнь, ход заразный. Недолго думала, начала собирать Мазды. Машина преобразилась в камуфляж красный. На выходе новый проект, пожалуй, прекрасный. Посещала студии, познавалась фирмы. Она кайфовала с этой атмосферой. Запахи свежей пыльной фанеры послужили стартом новой карьеры. С помещением не было проблем. Взяли в аренду, все прочим по стандартной схеме. После долгих и бурных обсуждений она наконец открыла собственный отдел. Вскоре начался нелегкий процесс становления перегрядной. Такой небольшой обзор площадочки для вас, ребят. Да, вот. Надеюсь, самая оцените. Громкая приора на площадке сделала чуть тише. Уважаемые спортсмены, мы начинаем замеры в дисциплине снайпер. Аккуратненький инстал такой. На замер в снайпере. Вас последуйте на стенд для замеров. Будем выяснять, у кого самые хитрые пальчики. Снайпер. Такие тачки еще есть. Снимает, народу много. Вот там наверху гости, а это выставочные машины. Вот такой монстрила тут есть, гляньте. Оцените решетку. Радарная резко походу. Работает не очень громко, кстати. Инвалидка, или как ее, коляска. Меняет на гелик, кому надо, пишите, вперед, опять летит. Такой аппарат есть. Трехколесные. Six Suzuki, Yamaha, ничего такого супер необычного. С лебедкой все дела. Тут тоже лебедка. Я даже хрен знает, что такое. Болею, но вот на таком бы покатался. Или на таком. 90-е годы, да? Goldwing Honda. Легенда, ёкар, вот это. Это что, настроечка, да, походу? Классно, конечно.
весь в нержавейке. Чистенький, аккуратненький. Ну, почти. Видимо, все-таки работает. Потому что эта фигня смазанная, видишь? Зачетный, зачетный. Показывает Руденко, ребят, БТЛ Макс, заезжаем на замеры. Кто у нас там? Уважаемые спортсмены, Синус, БТЛ Макс, заезжаем на замеры, кто регистрировался в класс. Пойду узнаю, что происходит вообще.